Сегодня отмечается День студента, Татьянин день. И сегодня мэр города Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами и на этой встрече сообщил, что начиная с этого года размер стипендий главы города будет увеличен на треть. Понятно, что материальная составляющая, она всегда будет актуальна. Для этого в нашем городе в том числе есть возможность получить такие средства за счет участия в различных грантовых конкурсах. Например, вот «Молодой Нижний». Принял решение, во-первых, об увеличении бюджета конкурса «Молодой Нижний» до 2 миллионов рублей. И, конечно, у нас есть три вида стипендии. Мы также приняли решение поднять ее по размеру. Они не только для бюджетных студентов, но и для внебюджетных студентов. И, конечно, в принципе, вот проект «Россия – страна возможностей» тоже, вот мы с вами видели, большая перемена, твой ход. Все это меры поддержки, если мы говорим финансовые.